Hello, people, вы на новом канале Железное Сердце, мы играем GTA 5, играем за Майкла, он тут будет бесчинствовать, помогать другим героям, ну и, в общем, вести разгульный образ жизни. Смотрим. Так, Франклину нужна помощь, у него бизнес что-то плохо процветает. Отлично. Все, Франклин, убегай. Откуда он не знает, что это я? Франклин, убегай! Майкл, убегай! Ой. Блин, запалился. Только не ори, машина. Все, уходим. Я думаю, Франклин будет счастлив. Откуда они знают, что я на этой машине? Они не знают, конечно. Все нормально, ушли. Оп, спрятались. Все. Ништяк. Конфискованный транспорт. Надо отсюда эвакуировать. Какая себе машина, как она переливается. А кто ее конфисковать-то успел? Мою прокачанную тачечку. Такую жалко что-то взрывать. Ну ладно, ты, Майкл, покатайся на ней. А мы переключаемся на другого героя. О, не, не переключаемся еще. Ты сейчас будешь... Что происходит? Стоять! Стоять, я сказал. Да ты чё? Фига себе. Ты чё, бессмертный, что ли? А? Офигеть. Не дают тебе переключиться на другого героя. I'm not being sarcastic. А, потому что только у настоящих джентльменов такие тачки. Надо еще гонять. Все, переключаемся на нового героя. Да, пускай это будет Франклин. Франклин опять прохлаждается. Есть вещи, которые не меняются со временем. Это Франклин. Так, давай вызовем такси. И все-таки съездим на вопросительный знак. Эй, что за машина? Ты откуда тут стоишь? Я тебя не знаю. Иди отсюда и не ставьте больше мне чужие машины прямо под окном. Да. Shit.
Именно. Такси мое приехало. Привет, чувак! Sandy Shores. Right away, sir. Давай, побыстрее, пожалуйста. This is the spot, right? Right. Так, ты куда меня привез? Нормально привез. Привет, тело. Wait. Wait, wait. Stop. What's the problem, homie? Wait. Carbon-based life form. Check. 6 feet tall. Check. Slightly excessive adipose tissue. Normal distribution. Check. Readings are. Shoot. This little machine is broken again. Check. Stardate 14-9-305. Time is 7:89 past the ninth meridian. We are clear. Whew. Greetings, CBL. Carbon-based life form. Greetings, homie. Have you seen them, CBL? Seen who? I don't know. They came to me last week. There was a brilliant joy and a terrible confusion. And they were laughing and screaming and crying all at once. And some said, Omega, we come in peace. And others said, we have come to enslave you. We are an infinitely intelligent race of super cosmic beings, and out of the 6 billion people on this planet, we have chosen you for no good reason. And just then, they were about to abduct me and do experiments on me when their ship crashed. Man, you done lost your motherfucking mind. And now, I've got to find the pieces. Man, bullshit. Look, look. See this? If you see some, if you see some, let me know. Yeah, yeah, okay, I will, man. Come to my barbecue. Ух ты! Привет! Resuming data scan. Ты тоже ищешь детали? Negative quantum fluctuations. Peace. Блин, ну вы фрики тут. В прошлый раз тут машина была, а сейчас что-то нету. Куда это за ним собака бежит? Так, ну вот, у нас теперь есть миссия собирать детальки космического корабля. Их 50 штук разбросано тут кругом. Блин, не можешь залезть, ну ладно. В нее прям не можешь залезть. Ладно. Так, ну Франклин свою миссию выполнил. Майкл ему тоже запчасти понаходил. Птичка странная. Для его заводика, ну машины разгромил там немножко. Фуру небольшую. Кстати, надо заглянуть в телефон. Как это у нас с отчетностью? О, отчет о собственности. Мистер Клинтон, ну вот ежедневный доход от вашей собственности. Автосвалка 3300. Минитал финанс выведет из лабиринта проблем, связанных с недвижимостью. Так, и еще надо зафоткать курочку. Хочет все-таки позировать, зараза, а? Править фото. What a freak. Так, а куда мне отправить-то?
турбюро. О, один из 20 снимков живой природы. Блин, я, значит, другими это же зря все фоткал. Дорогой участник, благодарим вас за вашу последнюю фотозаявку. Наш отдел лицензирования уже увеличивает до предела свои... Читаем. Автоматический ответ. Природные любители. Благодаря вашему последнему фото... Блин, благодарим вас за последнюю фотозаявку. Сфотографируйте всех животных и получите приз. Обновленный список нужных фотографий. Кабан, овчарка, кошка, ястреб. Куропат. Это куропатка была, блин, я думал, курица. Так, а это кто такие летают? Отправить фото. Турбюро. Оба. Классно. Еще одна. То же самое ответ, наверное, пришел. Так, будем за последнюю фото сфотографируют у всех животных. Короче, мне будут обновлять то, что я... Это был ворон, оказывается. Это вот точно какая-то утка. Да елки, это шутки какие, какие это вороны могут быть. О. О. Сейчас птичек-то наш понащелкаем. Какое место хорошее у нас тут. Молодец, Франклин. Сейчас посмотрим. А чё меня не переключают? Зашибись, ты застрял тут. Окей. Какая-то у тебя, значит, миссия есть. Hey, can I get a cab? I'm sending one out right now. Appreciate it. Что за задание-то? Покиньте сектор. Блин, задание. Такси по-любому оттуда приедет, там же дорога. По всему Лос-Сантосу разбросаны запчасти космического корабля. Найдите их, соберите для Омега. Что-то бьется так. Такси мое едет, что? Прикольно. Стой, стой! Ты чё? Газуешь-то так. Давай, отвези-ка меня домой. И побыстрее, пожалуйста. А вы, дорогие друзья, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Теперь наши герои могут искать запчасти космического корабля. Франклин научился фоткать животных. За это определенно стоит поставить лайк, подписаться на канал. А продолжение следует. Всем пока, до новых встреч. Мне кажется, что я добился определенного прогресса. Не абсолютного, но существенного. Терапия способна вам помочь, Майкл. Вы должны быть довольны тем, чем занимаетесь. Пожалуйста, сегодня достаточно. Да и вот еще. Телефонные сеансы дороже обычных, сами понимаете. Да уж. Он очень эффективно, надеюсь, скоро вас услышите. Да, это мы хорошо побеседовали.